Приветствую вас. Смотрю, много вам уже дали ответов на ваш вопрос. И, наверное, будет несколько сложно добавить что-либо к тому, что вам уже сказали, тем более, что ответы довольно-таки такие глубокие, обстоятельные, многогранные. Вот, что свидетельствует, безусловно, о том, что проблема достаточно изучена, и проблема действительно есть. То есть такая проблема есть не только у вас, да, такая проблема есть действительно у многих людей. Значит, ну, необходимо понимать, во-первых, что деньги не являются здесь, именно здесь, в вашем сообщении, самоцелью. Деньги здесь – это всего лишь средство. То есть вы не боитесь денег. Вы не опасаетесь этих денег. Просто проблема заключается в том, что ваши родители в детстве, они не давали вам того, что нужно. То есть мама раздраженно реагировала на то, что вы просите у нее деньги, а отец реагировал спокойно. Вот. Рискну предположить, что с отцом вы были не очень близки, а с мамой вы были ближе, но она вас не очень-то принимала, она вас не очень-то баловала и ласкала. И, в общем-то, вы сомневались сейчас, не скажу точно, вы сомневались в том, что вы хороший ребенок, что вы любимый, что вы достойны любви и так далее. Деньги для вас – это средство реализации своих потребностей, которые были не удовлетворены с самого детства. И эта неудовлетворенность определенными физическими благами наложилась на другую неудовлетворенность, более глубокую. Это неудовлетворенность, по сути дела, духовная. И вот духовная неудовлетворенность является причиной того, что, как вы себя ведете. Когда у вас появляются деньги, вы чувствуете, что вы можете себя как-то удовлетворить. Вы можете удовлетворить свои потребности какие-то, вы можете вот это сделать. Но беспокойство и тревога заключается в том, и берет начало из того, что подсознательно вы понимаете, что удовлетворив какие-то вот материальные потребности свои, духовные потребности вы не удовлетворите. И поэтому, с одной стороны, вам хочется избавиться от денег. Ну, то есть, как избавиться? Я не думаю, что вы хотите именно избавиться от денег, я думаю, что вы хотите их потратить. Вы хотите их потратить, чтобы удовлетворить свои потребности. Но удовлетворяя свои потребности, как вам правильно написала одна из моих коллег, вы лишь только временно снимаете нужду, и после она появляется вновь. Потому что потребность духовная, а удовлетворяете вы ее материально. И, естественно, возникает как бы расхождение векторов. Вот. Соответственно, я думаю, что работать нужно в первую очередь не со страхом денег и не с тревожностью, хотя и это тоже,
И если это у вас происходит достаточно длительное количество времени, то как образ, такой образ поведения, устоявшийся образ поведения, он естественно влияет на вас, он естественно он как-то формирует вас, и с ним тоже нужно работать. Но сперва я думаю, что нужно будет разобрать ваше восприятие самой себя в контексте тех же родителей, в контексте детско-родительских отношений, и в контексте восприятия именно себя самой как полноценную личность, достойную личность и так далее. То есть речь идет о том, чтобы вы чувствовали себя полностью на духовном уровне. Вот это неполноты, а она у вас имеется, эта неполнота, и толкает вас к тому, чтобы постоянно что-то тратить, постоянно покупать, не уметь копить и так далее. Потому что вы отчаянно нуждаетесь в духовном удовлетворении своих потребностей. Вы отчаянно нуждаетесь в том, чтобы, возможно, подтвердить себе, что вы там можете что-то, что вы достойны чего-то и так далее. А зачем? Почему вы все время пытаетесь это доказать? Для чего? Да потому что вы в этом не уверены. А не уверены вы в этом. Почему? Потому что вам внушили родители что-то, у вас есть какие-то установки, идущие без установки, касаемо себя. И здесь нужно в первую очередь понять своих родителей, отделить отношение к себе родителей от себя, понять, что родители вели себя с вами так не потому, что они действительно были настроены негативно против вас, или им было жалко вам что-то, а вели себя не так из-за своих собственных проблем. Мама раздраженно реагировала на вашу просьбу не потому, например, что ей было жалко вам денег. А потому что она боялась, например, того, что у вас кончится средств. То есть вот это нужно сделать в первую очередь. А дальше самостоятельно через личностный рост, через изменение отношения к себе, обретать духовную гармонию и собственном спокойствии. И тогда, если вы вот это обретете, то деньги, вы увидите, что деньги это всего лишь средство. Вот. И вы перестанете испытывать нужду в том, чтобы обязательно использовать деньги для постоянного удовлетворения своих потребностей. Но нужно понимать, что потребности есть, они действительно у человека имеются. Это нормально. Нормально чего-то хотеть. Например, нормально хотеть купить себе что-то вкусное, купить себе что-то из одежды, купить себе там еще какие-то вещи. Это нормально. Но не нормально, как когда вы не можете иметь какую-то сумму денег, она как будто вам жжет руки. Идет вам руки, потому что вы понимаете, что у вас появились реальные средства для того, чтобы удовлетворить свои потребности. И вы удовлетворяете их, при этом не осознавая, что ваши потребности лежат в совсем иной плоскости. Вот. Соответственно, вопрос своего вы не задаете, кроме того, что это страх денег. А, кстати, это вторично. То есть страх денег это довольно вторично, это довольно поверхностно, это вот только то, что можно условно назвать, говоря характеризуя ваше поведение. Вот это да, можно так сказать, что у вас действительно есть страх денег, но я не думаю, что страх денег, потому что, как таковой. Я думаю, что это просто-напросто определенные другие потребности, которые у вас есть, но которых вы не осознаете. То есть, опять же, здесь моя позиция привлекается
с позиции другого эксперта, который сказал вам, что по сути у вас невроз. Именно у вас невроз, я тоже не думаю, то есть мне пока основания говорить, что у вас именно невроз. Ага, вот. То я бы не стал так сразу говорить, что у вас невроз. А, возможно, просто вам вас нужно подтолкнуть в нужном направлении, и вы сразу поймете, что есть какие-то другие сферы, другие плоскости, кроме денег и всего того, что можно купить за деньги, чего вам не хватает. И опять, откуда взялось вот это вот ваше поведение? Откуда взялось вот это вот ваше стремление действовать вот именно только в таком ключе? Откуда? Ведь оно взялось не просто так, это поведение, оно взялось и произошло из того, что вы в своей семье не были приближены, не были приобщены к духовному развитию, к духовным ценностям. И отсюда все, абсолютно все потребности вы пытаетесь удовлетворять чем-то материальным. И вот это, в первую очередь, нужно вам, приобретать. То есть, вот именно понятие духовная ценность, понятие культурная ценность и осваивать духовно-культурные ценности. Через, по сути, расширение своего кругозора, а не через покупку очередной вещи, очередной одежды, которая, да, вас порадует, но все это будет лишь ненадолго. То есть это, это не на время только. Ну, вот. Так что, я думаю, именно так и обстоит дела с вашим страхом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.